валютный фонд, поразив... Одни консультации для Америки. Поразив нас когнитивным так. оружием, говорит, поднимайте процентные ставки. И они слепо, как котята, поднимают процентные ставки. Но, и как я уже сказал, это возможно только потому, что это кому-то выгодно. А если уж говорить о, так сказать, наших корифеях экономической политики, в кавычках, значит, то ведь, я думаю, так случайно так не бывает, когда приватизируется московская биржа, отдается спекулянтам, поднимаются процентные ставки, деньги перетекают на спекулятивный рынок, постулируется отказ от валютных ограничений, и человек, который все это сделал, садится на пост председателя наблюдательного совета Московской биржи, как ни в чем не бывало, возглавляет самый мощный в стране источник генерирования сверхприбыли за счет обнищания всех остальных. Но более того, этот человек возглавил, ну или возглавит Центр стратегических разработок, исследований, ваш вечный оппонент господин Кудрин. И те его ученики, которые, или там соратники, я уж не знаю, как правильно сказать, которые сейчас работают в Минфине, Центробанке и так далее. Вы ожидаете, вот очень много сейчас идет разговоров, дескать, напишут новую программу для президента Путина. Ну, что там будет? Продолжение той истории, которая сейчас наблюдается? Значит, я, во-первых, хочу сказать, что моим реальным оппонентом являются не люди, которые транслируют здесь позицию вашингтонских организаций, а сами вашингтонские организации. Поэтому, я так думаю, я в списках так глубоко и нахожусь в их всех санкционных. Потому что люди эти, они только транслируют. Угу. Они сами ведь не ведут дискуссии, они не обсуждают, они не задумываются. Они просто исполняют те установки. Но тем не менее, они получают назначение, Сергеевич. Да, ну потому что они внушают, что... Они проводят самую современную, самую, так сказать, распространенную, общепринятую в мире политику, что является неправдой. Та политика, которая у нас, она экзотическая. С точки зрения мирового опыта... Потрясающе. Вы уже два определения сделали. В Центробанке работают котята, а политика наша экономическая экзотическая. Нет, ну я так не говорил, что насчет котят. Значит, я... Нет, они повторяют указания. Это цитата ваша. Экзотическая в том смысле, что ни одна большая страна, тем более самостоятельно, не применяет сегодня свободное плавание курса рубля. Это экзотика. Так же, как экзотика сжатия количества денег, повышение процентной ставки в условиях кризиса. Ну и так далее. Наши денежные власти ведут себя абсолютно противоположно и мировому опыту передовых стран с передовой рыночной экономикой и рекомендациям науки и всему остальному, да, здравому смыслу. Ну, смотрите, так вы, вот, значит, насчет так. Сегодняшней политики, я вам скажу, что она ведь была заложена еще 5 лет назад. Уже тогда говорили про таргетированную инфляцию, уже тогда приватизировалась Московская биржа. То есть все предпосылки для создания нынешней экономической ситуации были заложены 3-4 года назад. И все решения были приняты тогда. Поэтому то, что мы сегодня имеем, это результат продолжения той политики, которая велась последние там, 5-7 лет, когда было объявлено это новомодное слово таргетирование инфляции, под которым на самом деле понимается хаос. Вот, и была приватизирована биржа. И только тогда, когда мы полностью раскрылись и отдали все под контроль иностранному спекулятивному капиталу, доля которого в сделках, я еще раз напомню, устойчиво превышает 3/4, только тогда американцы врубили свои санкции. Ну и то это будет продолжение иметь. Они врубили санкции, когда они точно понимали, что эти санкции нанесут нам ущерб, поскольку мы сами полностью открылись и отдали весь наш финансовый рынок на откуп иностранцев. Я все-таки дожму этот вопрос. Вот мы сегодня в течение часа излагали план Глазева, а вот в плане Кудрина, как вы думаете, что будет? Продолжение вот этого нынешнего хаоса? Так это и есть его план. Он же его сам и заложил. Сергеевич, спасибо вам огромное. Этот час, я думаю, был полезен и для нас двоих, и для зрителей телеканала «Царьград». Важно, вот мне важно, как журналисту, донести до вас, господа, мысль. Есть реальный план Глазева. Есть те соратники, которые с ним работают. Не надо замыкаться вот только на тех людях, которые себя почему-то самопровозгласили вундеркиндами экономической и финансовой науки. Это «Реальное время» на телеканале «Царьград». Каждый вечер мы анализируем главные события в области экономики, финансов и политики. Это был специальный выпуск. Меня зовут Юрий Пронько. Удачи вам и вашим близким.